Только представьте, Индия переживает сильнейший в истории гендерный дисбаланс. По статистике, количество мужчин в стране на 45 миллионов превышает количество женщин. Эксперты бьют тревогу. Мало того, что одиночество давит на сильный пол, так еще и рынок буксует. Уменьшается спрос на товары народного потребления. К слову, сейчас в стране численность мужского населения составляет 701 миллион. И в этом выпуске предлагаю присмотреться к индийским мужчинам поближе. Начнем с национального героя, первого космонавта Индии Ракеша Шармы. В 1984 году он в составе экипажа советского корабля «Союз Т-11» добрался до орбитальной космической станции и через 7 дней вернулся на Землю. В Индии в то время авиационно-космическая промышленность развивалась очень медленно, поэтому космонавты могли пройти отбор в экипаж СССР. По возвращению на Землю Ракешу вручили звезду Героя Советского Союза, а на родине, в Индии, его заоблачному странствию даже посвятили музейную экспозицию. А этот индиец прославился на весь мир благодаря усам. Волосы на лице Рам Синг Чаухана самые длинные в мире. Только представьте, 4 метра и 30 сантиметров. Рам растил усы 30 лет. И неудивительно, что самый усатый мужчина попал в Книгу рекордов Гиннесса. А когда стал всемирно известен, режиссер Джон Гленн даже снял колоритного индийца в одном из фильмов о Джеймсе Бонде. О бизнесмене Мукеше Амбани тоже мечтают снять фильм. В Болливуде индийская фабрика грез планирует показать всему миру самого богатого человека в Индии. Мукеша Амбани – владелец компании по добыче нефти и газа Reliance Industries. И к 60 годам он скопил состояние в 23 миллиарда долларов и сейчас занимает 19 место в списке Forbes. А этот человек не ходит по врачам уже не первый десяток лет. И это несмотря на почтенный возраст и тяжелейшие физические нагрузки. Фауджа Синг – старейший в мире марафонец. В возрасте 100 лет он пробежал 42 километра. Профессионально заниматься бегом он начал, вот только подумайте, в 84 года. И признался, что увлечение помогло ему не впасть в глубочайшую депрессию после смерти жены и сына. Сегодня Фауджи 107 лет, и каждый день он выходит на пробежку. А журналисты и поклонники пытаются разгадать секрет его долголетия и отличной физической формы. Ну что ж, время заявить, что мы и сами с усами, и отправиться в спортзал. Инстаграм ярких индийских брикстеров просматривала Светлана Еловнарова.